Итак, господа, снова рубрика «Жесть на СТО». В попытках установить сигнализацию на ВАЗ-2103 выяснился новый прикол. Если у вас нет ключа зажигания и у вас есть кнопка аварийного запуска, то вы можете включить зажигание элементарно, просто взяв откуда-то питание и подав его на один из коричневых проводков, который находится между двух белых проводов. И у вас включается зажигание. Вот, смотрите, я отсоединяю. Гаснет. Подсоединяю. Включается зажигание. И все. А если включить еще зажигание раз? Вот, видите, вот ключ. Интересно. Зажигание выключено, а поворотики включаются. Вот такие вот дела.